С понедельника, 31 января, закрываются мобильные прививочные пункты в ТЦ «Молодежный» и на автостанции. Пройти вакцинацию можно будет только в поликлиниках. Прививочные пункты работают в обеих поликлиниках города в рабочие дни с 8 утра до 6 вечера. Вакцинация в поликлиниках проходит по предварительной записи по телефону единой записи 4-84-10 и телефонам регистратур. Вы их видите на своих экранах. И как сообщают в Министерстве здравоохранения Пермского края, на 31 января с начала иммунизации от коронавируса первичную вакцинацию в регионе прошли более 1 миллиона 115 тысяч человек.